Экологический десант даже в самый жаркий день на страже чистого города. Отряды мэра в этот раз прибирают скверы и парки, моют памятники. Акция «Чистый сквер» ежегодная. Этим летом очень много работы направлено на помощь ветеранам. Садим цветы у домов ветеранов, помогаем городу, моем остановки. Большая работа проделана школьниками и на берегу Иртыша. Там мусора всегда много. Конечно, считаю, что полезно, решила работать, чтобы облагородить наш город, чтобы он стал гораздо чище. Мне кажется, всем людям будет приятнее находиться на более чистых улицах. Около 400 ребят, трудоустроенные на третьей смене трудового лета. Теперь члены отрядов мэра работают еще и помощниками спортинструкторов на досуговых площадках в Тобольских дворах.